Дяденька, вам машину помыть? Сколько дадите, столько дадите. Мне просто деньги очень нужны. Мне просто так деньги не нужны. Я не попрошайка. Подожди. Фары и стекла протри. Я этой тряпой колеса и диски протираю. Она может ваши стекла и фары царапать. Ладно. Колеса протри. Наблюдая, как мальчик моет колеса, я спросил, где его родители. Мальчик неохотно начал рассказывать. Живет с матерью. Отец ушел полгода назад. А мать заболела и сейчас работать не может. Вот ему и приходится и на питание, и на лекарства зарабатывать. Пошельничать не буду. Я здоровый. Руки, ноги есть. Я мужчина. Что могу, то и делаю. Но деньги зарабатывать буду. Днем в школе, вечером подрабатываю. Иногда в магазине. Тут помогаю. Мусор выношу. Или еще что. Это слишком много. Я ничего такого не сделаю. Маме что-нибудь купишь. Дай Бог здоровья его маме. Женщине, которая вырастила и воспитала такого мужчину. Пусть у них все наладится. У ребенка должно быть детство с игрушками в руках, а не с тряпкой для протирания колес.